Всем привет, ребята! Вы на канале Denplay, и сегодня у нас видео по игре Бравл Старс, конечно же, Бравл Старс. И сегодня мы с вами, ребята, сейчас я потише сделаю, вот все. Открываем, конечно же, боксики. Боксики будем открывать. Ну и, конечно же, новый боец вышел, ребята, Роза. Сейчас я тут уберу, так вот. Сейчас, все. Все. Надеюсь, вам не было ничего слышно сейчас. Вот. Ну, давайте теперь начинать. Ой, у меня тут еще есть... Блин, надо давайте доиграем. Или... Ладно, 38 боксов. Давайте... Какой у меня шанс на выпадение этого бойца? Так, теперь бойцо у нас 25. Классно, конечно же. Роза, надеюсь, ты сегодня нам попадешься. Но я ее все равно сегодня куплю. Так что терять нечего. 38 боксов. Поехали. Вдруг еще выпадет тара какая-то. Это просто будет жесть, а не видос. Давайте я вот так погромче теперь сделаю. Вот так вот, погнали. 12 гемов! Вы серьезно? Вот, все, сфоткала. Ну, Димис, скриншотик сделал. 12 гемов из обычного ящика. Кстати, тут еще один бесплатный ящик есть. Отлично. Так, Роза, 19 гемов она стоит. В принципе, мы и так уже насобирали за этих боксов гемасики. 12 плюс 3, там уже, блин, 15. Это получается, нам еще надо там 4 гема и все. И мы уже насобирали 3 гема еще. Вот это гемов мне хорошо сыпят. Спасибо, конечно, вам. Билетики. ППшечки еще падают. И мы, кстати, еще вкачаем сейчас була. И все, я могу вкачать его, да? Да, все. Вкачиваем, если пассивка выпадет, ребята, 9 ранг. Пассивка, если выпадет, это просто жесть, а не видос будет, реальная жесть, прямо, реальная жесть. Не, ну дайте хотя бы, блин, пожалуйста, дайте мне розу. Ну дайте розу, ну пожалуйста, ну я вас прошу. Ну все, мы насобирали на нее, давайте по-быстренькому откроем. Так, 20 ящиков, в общем-то. Сейчас пойдем, ребята, еще поиграем, конечно же, в каточки там. Так, подвисла чуть-чуть. Из этого ящика нам выпадет Роза. Я просто хочу это узнать. Давай, Роза. Нет, нету ее. Ну, пожалуйста, ну давайте уже выбьем эту Розу. 200 удвоителей, жетончиков. Один тикет. Ну, ничего нету. Ну, и Роза, наконец-то она мне выпала. Ура, Роза. Роза. Давайте дооткрываем. Вдруг нам выпадет кто-то еще. Вдруг нам выпадет сейчас какой-то, не знаю, там, какой-то, какая-то тара вообще. И сейчас такая, пассивка, да вы серьезно? Вот это видос, ребята, пассивочка плюс идет у нас. Три пассивки уже, потом новый боец Роза. Вот это, конечно, вы даете, ребята. Это же ваш лайк мне помог это сделать. Так, ну давайте еще дооткрываем уже. Что нам делать уже тут? 4 мега ящика. Вдруг сейчас еще выпадет тара, то это просто можно уже. Не знаю. Так, тут ничего нет вообще. Да тут тоже именно нету там удвоителей такого ничего. Так, вот это вот должно быть что-то интересненькое. Да, 200 жетончиков. Ну и последний ящичек. Так, открываем. Один билетик там. Ну, нормально, ребята, совсем круто. За 219 гемов тара. Ничего себе, конечно, вот этот дороговатенько вы тут сыпите так. Так, все, ребята, Роза у нас в руках прямо. Так, подождите, да, я сейчас зайду в друзья мне там. Интересно, у моего друга есть уже Роза, да? Да, у него тоже есть Роза, она собирала там тоже. Ну, погнали теперь. Давайте сначала, может, давайте захват кристаллов. Погнали сначала. Мы еще, кстати, откроем мегаящий, бигбокс, точнее, и обычный боксик там откроем. Давайте, загружайся, пожалуйста, игра. Игроков найдено 2 из 6. Ну, почему ты не ищешь игроков? Я уже хочу увидеть этих моих напарников, тиммеров, тиммейтов. Давайте.
Я не понял, что вы не хотите заходить? Давайте в шотдаун, погнали. В одиночное, погнали, попробуем. На розе. Все на розе сейчас будут играть, понятно же, конечно. Ой, разяха, давай. Пацан ушел. Ушел, пацан. Блин, как ты меня убил, блин? Ну, мы же у него, наверное, уже какая-то сила там, не знаю какая. Ноль кубка вообще. Начало крутое на этом бравлере. Давайте ее прокачаем, наверное, потому что... А я его даже прокачать не могу, блин. Вообще топово прям. Ай, погнали. Ну, все на розе играют. Да ну, возьмите каких-то других, блин, бойцов. Так, давай, боксер-ботаник, погнал. Не, ну, в принципе... Надо ее еще прокачать, и будет она вообще классная. По 500, в принципе, сносит. Три этих, да, тут тычки. Да, три тычки дает. Ну, я испытывал ее, конечно, уже. Уже испытывал. Так, давай, давай. Так, три баночки есть. В принципе, она неплохо так выглядит, если честно. Так, она ушла отсюда, ты, раздяха. Давай поможем пацанам. Опа-па, опа-па, опа-па. А, давай помогай, помогай. Help, help me. Help me. Давай, давай, сейчас догоним эту. Погнала ботанша. Давай, давай, давай я их сейчас. Чё ты боишься, не понимаю. Давай иди сюда, блин. Не бойся. Ой, пацан, тебе хана. Давайте я вам помогу обоим, блин. Давайте я вам помогу вот так вот. Все, вам хана. Давай, давай, давай ее. Давай, вот эту вот добивай. Да добивай ты ее, что творится? Роза, ты чё? Ты сильная имба, я так вижу. Роза, ну давай, наконец-то. Не, ну это, конечно, топово вообще. 6 банок, классно, конечно. Ой, так, ладно, ну они где-то здесь сидят. Вон она уже сидит, я вижу. Да блин, отвали ты от меня. Хотя я к тебе пристаю, я понимаю, конечно, да. Давайте, пацаны, биться. Давай, за вот эту вот зажимаем. И давай вот эту вот добиваем. И вот эту вот тоже нам надо добить сейчас. А чё ты так боишься? А ну иди сюда. Давай, иди сюда. Иди сюда, Роза, Роза, давай, иди. Да чё ты боишься? Ну, против Розы играть, конечно, это очень долго. Плюс она меня чуть не убила сейчас. Но все равно ты лучше всех. Так, есть первое место. 34, у меня еще 600 тикетов. Ой, точнее удвоителей жетонов. Ничего себе, я думала, что у меня там... О, давайте откроем. Давайте. Три штучки. Ну, нормально, в принципе. А бойцы могу же ее? Да, давайте прокачаем. Вот так, и погнали теперь же в другие режимы играть. Погнали... В этот, в геймграб. В этот, в общем-то, захват кристаллов. Ну, чё она не грузит у меня? Я не пойму. Почему ты не грузишь, пацан? Точнее, пацан. Ну, давайте, ну, вот реально, блин, загрузите мне, пожалуйста, боты, боты. Соедините меня с этим сервером, пацаны, соедините, пожалуйста. Ну, давайте, блин. Я хочу поиграть в захват или... Ну, давайте попробуем в награду. Она сейчас загрузится, как назло, да? Пожалуйста, загрузись, я тебя прошу. Вот я виноват? Чё она не грузится у меня? Найди ты этих игроков уже. Короче, нам сегодня не получится... А в Броубол не тоже? Короче, сегодня у нас какие-то дурацкие сервера. Погнали в шотдаун, так что все. Вот это вот что-то сразу ищет, вот. А вот эти, блин, дурацкие, блин. Захват кристалла, награду за поимку, броубол, она ничего не ищет, блин. А ты куда собралась тут, а? Роза? Блин, она сейчас в щите будет. У нее щит есть. А, нет. Меня не бей только. Нет, я сейчас просто умру. Нет, я ее убил. Блин, я отдаю просто банки, блин. Она надо... А, нет, что я делаю? Блин, 4 банки у нее уже. А что она так долго хилится, я не пойму. Это Роза, блин.
Как-то это странно. Опа, вот пацан. Зажлобился, да, зажлобился. Вот так вот тебе теперь получай. Так, ладно, погнали вот сюда. О, Пэм! Наконец-то не Роза. Кто-то не Роза, наконец-то. Я тоже возьму Пэм, наверное, сейчас. Или я, если буду играть, конечно, еще. Ах, блин, спалила. Да, блин, как ты меня палишь? Ты что, меня видишь, блин? Давай тут спрячемся. Зато гемасики сохранили, ребята, и не купили. А... Давай, 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 на тебе, получай, меня убили. Меня убили. Отвалите от меня, пожалуйста, мадам. Все. Надо хилиться сейчас. Хотя не, она хилится недолго. Блин, вот это вот Роза еще. Давай вот так навстречу и пойдем. Блин, у меня ульты нету. Так что если пойти на эту Розу, то меня сейчас убьют. Ну, в принципе, давай потимимся. Давай, тим. Тим. Тут кто-то есть, мне кажется. Ну, тут, значит, кто-то есть точно. Вон, да, Розочка, привет. Ой. Ой, Розочка, ой, какая же ты красивая. Здорово, Роза, так. Давай, давай, я эту еще убиваем, и все, и погнали. Давай, 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 Роза, Роза, ой, ой, ой. Ты куда ты уже, ты не успеешь уже. Конечно, блин, что-то я хотелось поиграть в другие режимы, не только в эти. Давайте на третий ранг уже поднимем ее и будем заканчивать. Хотя мы еще откроем сейчас боксик. Боксик один, давай. И это будет у нас... Ничего не будет. Не, ладно, ребят, давайте на этом закончим, потому что... Буду я играть так на Розе, а вы, вам удачи просто во всем, удачи вам. В общем-то, всем пока, ребята, хорошего настроения вам.